Всем привет, ребят. Ну что, многие из вас, как обычно, не знают и спрашивают, когда конкурс, что это такое, как оно. Решил я записать очередной видос, закреплю его на стартовой страничке для новичков, кто на моем канале, чтобы вы понимали, куда вы попали и что вы делаете и для чего. В общем, у меня на канале есть разнообразные конкурсы. Есть конкурс «Угадайка», в котором надо угадать точное число и количество определенных предметов, которые я открываю. То есть там были осколки охника, осколки розы, скажем так. То есть вариантов очень много, и надо угадать точное количество. Сделать репост того видоса, в котором вы это видите, поставить лайк, быть подписанным на мой канал и ждать розыгрыша. Есть еженедельные, где участвуют как минимум 15 видео за неделю, которые у вас должны быть зарепощены. Желательно, конечно, чем побольше, тем выше у вас шанс. То есть мало у вас видосов, у вас меньше шанс в еженедельке. За неделю где-то выходит около 40 видосов, ну плюс-минус от 30 до 40. Соответственно, каждый из них может попасть в розыгрыш, и опять же надо сделать лайк, репост, открыть подписку и написать коммент. Также есть ежемесячный видос. Среди всех видосов, которые у меня есть за месяц, я выбираю там один видос и точно так же делаю. То есть, соответственно, чем больше вы сделали, тем больше у вас шанс. Вот так вот, ничего сложного в этом, скажем так, нет. Сейчас я зайду. Секунду, на свой канал. Открою вам, чтобы вы просто видели. Потому что многие не понимают, как это все делается. Так, захват экрана открыть. Вот мой канал. Что надо, чтобы у вас были открыты каналы, на кого вы подписаны. Вот видите, у меня, допустим, подписки. Я могу там зайти на любой канал и посмотреть, на кого он подписан. Должно быть также открыто видео, которое вам понравилось. То есть вы заходите в видосы. Когда вы ставите, допустим, лайк и репост, у вас автоматически, ну, точнее, делаете репост, у вас, по-моему, автоматически лайк. Репостить можно в любую социальную сеть. То есть, неважно, там, YouTube, конечно, нет. ВК, там, Facebook, я не знаю, там, другие социальные площадки, Одноклассники, ну, их не знаю, кто там сидит. То есть, скажем так, у вас должно это быть. Помимо этого, многие часто спрашивают, какие платформы участвуют. Участвуют абсолютно все платформы, независимо от того, где вы играете. Это английский сервер, русский, там немецкий, без разницы. Android, iOS, эта роль как бы не играет. Китайка, Тайвань, это не есть проблема там скачать сервера, но... Самые кайфовые плюшки на сегодня — это английский, Android. iOS тоже много ребят выигрывали с iOS. То есть нету, скажем так, ограничений в сервере, какой сервер там будет участвовать. То есть все зависит от того, ну скажем так, ваша удача прямо пропорциональна и зависит от того, сколько видосов вы зарепостите. То есть выигрывает один видос, и там многие начинают: вот я опять, мне не попало, не удалось. Есть ребята, которые по два, по три раза выигрывают подряд из-за того, что они делают, чем больше, ну, чем больше репостов, тем больше у них выше шансы. И они реально пару парней просто по два-три раза уже получали плюхи. Также я говорил, если вы выиграли в одном конкурсе, в следующем конкурсе, ну, я уже не буду принимать во внимание
А точнее, наоборот, буду принимать во внимание то, что если вы уже в предыдущем конкурсе выиграли, в следующем у вас шанса выиграть нет. То есть через конкурс, скажем так, потому что были моменты, когда человек подряд там чуть ли три раза выигрывал. Да, это рандом, я выбираю все через... Вот так вот, не могу открыть сундуки эти уже. Я выбираю все через рандомайзер, но, к сожалению, вот ребята, которые часто участвуют во всех, у них шансы намного выше, чем у тех, кто репостнул один видос и ждет, думает, блин, сейчас выиграю. Так не бывает. Так, а что у меня там с камнями? С камнями у нас печалька. 48-48. Ну, судя по всему, надо качать какого-то следующего героя. Пишите темы для конкурсов. Не вопрос, рассматриваю. Можете под этим видосом написать, какие конкурсы вы хотите видеть. Постараюсь их сделать. То есть, если будет что-то интересное, скажем так, почему бы и нет. Делает там 1000 победителей. Я тоже смысла не вижу. Честно говоря, вы не представляете, сколько за пары составляет забраться хотя бы на 3-4 аккаунта. Особенно, когда люди в разных часовых поясах, либо акции нету, сервер, ну, то есть нюансов очень много, поэтому очень многие проблем с этим, знаете, это если бы так себе раз-два зашел, двухэтапки там и прочее, тоже очень много, очень геморно, скажем так. Многие задают вопрос, почему я не на стриме это не делаю, и пишут подставы. Ребят, еще раз объясняю. Во-первых, можно изменить коммент. Многие было, вот мы последний раз на стриме еженедельку, там многие начали тупо комменты писать после того, как я выбрал видос. Я считаю это неправильным, поэтому в большинстве случаев я делаю это офлайн, чтобы не видели и не было вопросов. Онлайне, скажем так, это, ну, немножко будет некорректно, когда человек один сидел там целую неделю делал, а второй пришел и тупо закинул. Очень много нюансов с Ютубом. Он бывает и подвисает, и я не могу проверить, потому что зависает правильность, спамил, не спамил. Не спамьте, если ваш видос попал там, либо вы написали коммент, и вы его не видите под видео, значит, он в спаме. Спам я всегда открываю перед видео, вы это можете видеть. То есть я выбираю всех, кто участвовал. Соответственно, у вас, скажем так, шанса пролететь нет, но он есть, если вы начнете спамить. Если вы раз написали, второй, третий. К счастью, не знаю, к счастью, в последнее время адекватные люди остались и не спамят, и, соответственно, все нормально, можно даже там не проверять, но я так периодически проверяю, потому что есть любители с разных аккаунтов понаписывать один и тот же ID-шку. Пишите, какие вы хотите, возможно, у вас есть какие-то идеи по поводу комментов, чтобы как-то проверить. ID-шку писать можно, в принципе, ник, ID, может такой вариант, то есть, ну, я как бы делаю чем попроще для вас и для себя, потому что, ну, можно позаморачиваться, если все было четенько правильно, я не против. Не столько акций еще надо пооткрывать. Вот, поэтому все зависит от вас. Хотите, участвуйте, хотите, не участвуйте. Никто никого не заставляет, как бы, 1, 2, 10. От этого зависит ваша, скажем так, удача. Есть еще конкурс сейчас идет, я вам забыл сказать, на аккаунт «Десяточка» он называется. Есть целый плейлист на канале. Заходите в плейлисты, смотрите. Там все погруппировано по талантам, по разным этим группам, то есть есть десяточка, этот аккаунт на английском андроиде находится, я его качаю, то есть там уже практически все топовые герои, кроме Минотавра Разрухи, то есть там осталось пару героев добить, и он будет разыгран, то есть вы тоже можете в этом участвовать, там будут участвовать все видосы от десятки.
То есть именно видосы с этим аккаунтом, и я думаю, я сделаю тоже ограничение какое-то, чтобы минимум там 15 видосов там или больше, смотря сколько их будет, было у парня, который победит. Ну, то есть, соответственно, вы должны чем побольше сделать, потому что аккаунт непростой. Там аккаунт собирался мной уже второй месяц, собирается, скажем так, это и время, и ну, затраты это такое, но сама суть. Возможно, у меня там есть еще одна идея с победителем. Может, он не захочет. Ну вот, увидите, когда я буду делать предварительное объявление, что мы будем его разыгрывать. Увидите еще некоторые предложения. Ну, в общем, все зависит от вас. Поэтому пишите комменты, ставьте лайки, как всегда. Я понимаю, что вам нужен этот контент. Я его делаю не для себя, я делаю его для вас, чтобы вы правильно качали героев, а не рыли нубили, потому что большинство вкачивают неправильно и забрасывают игру. Вот так вот. Все. Всем удачи, всем пока.